Я сейчас нахожусь в фотостудии. Вот, с Денисом Пташкиным делаем очередную фотосессию. Планируем съездить сейчас в Данию на Lodov Cup. Проводится в Скандинавии. Давай просто, Оля, я пару вопросов тебе задам еще. Можно. Запишем. Так, просто вкратце расскажи. А задник такой хуёвый, поставил граммофон. Нахуя это надо, блядь? Ну все, все, собрались. Серьезно. Получается, все удалить, скажи нормально. Только все смеешься, ки-ха-ха, а потом последнее место займешь. Тебе просто накажут в очередной раз, все.